Ваше видение перспектив отношений крымских татар и Украины? Союз, забвение или эффективное партнерство? Нет, партнерство, конечно. Я считаю, что на Украине никуда без крымских татар и крымским татарам без Украины. Это исторически уже так сложилось. Я абсолютно уверен и надеюсь, что, во-первых, я верю, что Крым вернется. Я верю, что все украденное или взятое без согласия всегда возвращается на место. Исторически, кармически, по-любому, как хотите. Поэтому я убежден, что Россия не потянет Крым все равно, что ей не дадут его потянуть. Нарушается просто мировой расклад нарушается. Поэтому как только экономически Россию придавят и придушат, и Крым вернут, и Донбасс, часть Донбасса вернут, еще и каяться будут. Уверен в этом.